подарок. На 8 марта? А, сегодня же 8 марта. Конечно, приготовил. Давай, заходи. А где он? А его надо найти. Ты его спрятал? Да. Ты мой прятальщик. Ты моя искательница. Ну, а он большой или маленький? Он большой. Или маленький. Найдешь, увидишь. Где он? В шкафу? Может, и в шкафу. Нету. Нету. Значит, не в шкафу. А где? Может, в холодильнике? В холодильнике? Здесь только пиво. Пиво? Ну-ка, под крышкой посмотри. Нету. Нету подарка. Ну-ка, дай это выветриться. Ну-ка, под подушкой посмотри. Нету. Под 7-й кнопкой на пульте, точно. Зубы прорываются по левому флангу, паста дзубу, дзубы режешь шахтую, дзубы бьем гол в зубе! Да, вот это какой сволочью надо быть, а? Чтобы 8 марта футбол играть. Не говори, а нам приходится этих сволочей смотреть. Куда ты пьешь, гад? Да, сосед, чего тебе надо? Плоскогубцы! Заходи! Дорогая, смотри, там плоскогубцы ручили. О, слышала, что я творил? Я в животе. После пива твоего. Посмотри, плоскогубцам ничего не приделано. Ничего не приделано. Я, наверное, его никогда не найду. Да найдешь, найдешь. Ты мой Google. Ты мой юзер. Ты меня обманываешь, по-моему. Да ты мой народ. Да ты мой чиновник. Дима, открой. А вдруг там курьер пришел с подарком? Я сама открою, курьер. Здорово, соседи. Привет, сосед. А ты что, курьер? Да нет, нормальный я. Я не понял. А ты что, 8 марта сидишь на диване, телевизор смотришь? Ты что такое подарил-то? Шубу, что ли? Квест. Чего? Квест, вот смотри. Дорогая, там под крышкой второй бутылки ничего нету? Нету. На, а то выдохнется. Да. Класс. На, а зачем тебе плоскогубцы-то? Да, с утра в квартире ремонт делаю. Ремонт 8 марта? Что ты такое подарил-то? Да путевку. В Таиланд? Да нет, куртку путевку, знаешь, такую оранжевую, в которой пути ремонтируют. Что, курьер, что ли? Да нормальный я говорю. Ладно, пойду, моя меня потеряла уже. Нашла! Нашла! 50 тысяч книжки нашла! Женщины, если по какой-то невероятной причине ваш мужчина не подарил вам подарок на 8 марта, помните, его просто нужно хорошенько Наташа Королева может прыгать на тарзанке даже дома. Это
Сочинский парк? Да-да-да. Ну, все, наконец-то дошла из Барнаула. Я как только услышала, что в России зимняя Олимпиада будет, сразу вышла. Значит, здесь, да, 2700 метров прыгать? Нет, почему? МАЗ 58. Как 58? 2700 там написано прыгать метров тут? 2700 это цена. Как цена? Где 2700 прыгать? У нас нет. Как нет? А где есть? В Лос-Анджелесе есть. Лос-Анджелес. Что-то знакомое. Это до Хост или после Кудепсты? Это на каком автобусе я туда могу доехать? Вы, бабушка, туда не доедете. Как это я туда не доеду? Раздудить твои топсы. У меня единый приездной. Вы, бабуля, сюда-то вообще как собрались? У нас сегодня командка не работает. Как не работает? Нет электричества. Как электричества нет? Разбей тебя, Чучкова. Я думаю, что так тяжело вагончик по тросу руками было тянуть? Я вон из-за тебя занозу стальную не посадила. Ну дай мне срочно йод обеззаразить надо, занозу. Йод, можешь быстрее, что ты там колупаешься? Дай мне йод быстрее. Колупается он. Бабушке надо обеззаразить. О, другое дело. Все, давай. Ладно, значит, давай я с твоих 58 прыгну, раз 2700 нет. Скидки по пенсионному имеются? Нет. Как нет? Нет. Как нет? Сочи, ты сын. Людей ты скидываешь, а скидок у тебя нет. Бабушка, у вас здесь сердце не выдержит. Это у тебя сердце не выдержит, пахлава тебе в лоу. Это у тебя не выдержит, когда я тебе с разворота ногой грудак пробью. Понял? А у меня все выдержит, смотри. С разбега, сальто, с переворотом. Стойте! Чего? Я должен мою веревку к ногам привязать. Что? Веревку к ногам. Себе веревку к ногам привяжи, Роза ты хуторская. Я что, полечу и ножками поболтать не смогу? Самушка, у нас техника безопасности, поэтому сейчас я распутаю. Давай распутывай. А вы там по краю не ходите. Чего не ходить? По краю не ходите. По краю я ходила, когда с начальником лагеря спала. Давай бегом всю веревку, что ты там возишься? Давайте ноги. Не надо мне к ногам ничего привязывать, они оторваться могут. Давай я в руке подержу. Вы же не понимаете, что ли? У вас из руки ее вырвет. Это тебя вырвет, если я тебе стриптиз покажу. У меня сустав вмененный, болт крепежный новый. Давай бегом я тебе покажу. Давай, тяни вот намертво просто. Да что ты не предупреждаешь, щель ты якорная. Давай еще раз, я вот как взялась намертво, так и держу. Да что ты дергаешь? Буёк ты высокогорный! Ты чё предупреждай, когда будешь? Я вот как железная бабушка вот эти взял вот этим новым суставом, я буду держать. И держать надо ноги нафиг. Ты специально так делаешь, понял? Ладно, я потом там удержу. Короче, ладно, все. Эй, алё, на машине! Отогнал машину, очкарик! Я сейчас прыгать буду! Ты чё не слышишь, Адлер, тебе в ухо? Угнал? Чё народу столько там, а? Бабушка, это... Подковка, а вон туда, ущелье. А все, очкарику, с отбой по машине. Слушай, ну а что, когда прыгать, чернявый? Когда с командой, тогда я прыгаю. Ух, как высоко, у бабушки голова закружилась. Мак моя МЦС. Веревку кинь, чернявый, забыла. Алло, это клининговая компания? Скажите, вот если что, вы сможете отмыть ущелье от бабушки? Все-таки на парковку отнесло, а? Сарафан-то флисовый, парусность большая. Я как белка летел, когда парковка. Пока залеп не зацепилась. Знаешь что, чернявый, фигня твои 58 метров. Я сейчас 46 раз прыгать буду, пока свои 2700 не наберу.